Я часто вижу тебя здесь. Хотел представиться. Я приняла наркотик. Класс. А ты знакома с моей мамой? Здрасте. Я знаю, ты смотришь. Я не смотрю. А, обманщик. А теперь поприветствуем отважную девушку Тессу Скотт. Это будет очередной разговор с умирающей или что-то пооригинальнее? Тесса. Ты предпочла отказаться от лечения. В 17 непросто принять такое решение. Сколько мне осталось? Начинай делать то, что всегда хотела. Я составила список. Свидание. Хочешь пойти на настоящее свидание? Чудесно. Долгая пешая прогулка. Но она того стоит? Да. А он лакомый кусочек, м? Что ты задумала? Успеть столько, сколько получится. Чего ты хочешь? Чтобы ты был рядом и обнял меня, когда станет темно. Нет, и еще раз нет. Пап! Даже не думай. Что плохого может случиться? Будет больно. Мне уже больно. Просто прыгай. Тут чертовски высоко. Спокойной ночи. Подожди. Что ты делаешь? Настраиваюсь. Мгновение. Моя жизнь — это череда мгновений. Каждый из которых я проживаю до конца. Я люблю ее. Отпусти их. На что ты надеешься? О чем мечтаешь? И одно из таких мгновений здесь и сейчас.